Привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем готовить варенье в мультиварке. Варенье будем готовить из смородины и вишни. Вишню заранее нужно отделить от косточки. На килограмм смородины черной я взяла полкило вишни и 300 грамм сахара. Перекладываем все в чашу мультиварки. Теперь вишню. Засыпаем сахаром. Закрываю крышку. Включаю режим варенья. Час. Нажимаю старт. Через 10-12 минут нужно будет открыть крышку и посмотреть, закипело или нет. Как только закипает, мы готовим дальше при открытой крышке, чтобы варенье не убежало. Режим приготовления варенья подошел к концу. Теперь можно разлить по баночкам и закатать. Вот такое вишнево-смородиновое варенье у нас получилось. Сейчас оно немножечко жидковато, потому что горячее, как только остынет, будет гуще. Попробуйте приготовить такое варенье в мультиварке и вы. Я думаю, вам очень понравится. Приятного вам чаепития, хороших вам заготовок. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Спасибо, что смотрите мои видео. Здоровья вам и вашим близким.